Если бы была возможность днем поиграть, я бы днем запустил бы стрим на отметке с этой ерундой. Вот, смотрите. Видите? Гляньте. Ну что это за параша, а? А если я хочу отметку сделать, где мне ее делать с таким количеством этих игроков? Понимаете? А еще возможно, что часть из них не настоящие люди, как говорит товарищ дезертир. Вот я должен набить 1200, чтобы на отметке остаться. Это с ботами. Если просто с ботами, еще ладно. Так вот и думайте, куда ехать. Ну, тут ответ один, видите? Раз, два, ЛТ налево. Ой, направо, значит, и я за ними. ЛТ, смотрите, в какую сторону поехал. Топиться, что ли? Еще и по внешке, смотрите, чувак рулит. Без сведения. Почему без сведения? Потому что пока я сведусь, он дернется, а я уже буду готов еще раз выстрелить. Так, пока не в масть. Дела не очень. ЛТ у нас тупорыленький. И слева там, он, видите, они давят 4 танка. Так, ну давайте хоть одного разнесем. Стоит же где-то, да? Пожалуйста, мой дом поломал. Хрен его, кому я показываю, зачем показываю? Это я так, на всякий случай, по домику. Смотрите, на меня коршуны набросились, да? Блин, идиотище, ну сдай же назад. Короче, не пойми, с кем я играю, да? Т-28 шотный.
еще два артовода. Сами с ним разбирайтесь. Поеду арту убивать. Если у меня в спину тут не пристрелят. Хотя арта тоже била, не пойми откуда. Матильда, что это за идиот? Смотри, осмелел, ему все равно, что КВ идет на него. Глянь, Матильда этот дуранчокс. Как у нас погода, Андрюха? Я понял, что у тебя там все отлично. Я сегодня на рынке видел вишни, короче, как хорошая черешня, огромные такие. Вот, а по поводу погоды, сегодня, по-моему, 36 градусов было. Короче, его левша убьет сейчас, смотрите. Как бы ему нежданчик организовать. Такие еще и пристрелят навесом. Я себе КВ в него попал. Так, вот эта тема мне вообще не нравится. Пойду я по этому, по внутреннему, там КВ вроде прикроет. Так, теперь моя очередь умирать, да? Где тут камешек, вот, ага. Я так же сам не смог попасть в прошлый раз, друг. Сейчас отсвечусь и приеду, выйду. Что-то мне кажется, я его раньше пересвечу. Виктор Пеляев, здорово. Виктор, здорово. В каком году отметки брал? Да что-то в этом году брал. Какие-то. В прошлом. Да постоянно у меня там есть какие арты, знаешь, стоят в этом. В ангаре. Ну вот это не годится, гляньте. Ну что это за команды? Пол команды играет. Ладно, хорошо, понемножку. Поехали на 212-м.